Добрый день. Это видео мы решили записать после того, как нам прислал претензию один из покупателей. Он приобрел станок Adams Pro, и его категорически не устроило качество. Мы попросили его записать все на видео, чтобы понять суть проблемы. То, что мы увидели, нас, мягко говоря, очень удивило. Приобрел станок Adams Pro с манипулятором. Качества вообще никакого. В общем, кто это делает, такие станки? Все шатается, все болтается. Итак, вот это оригинальный станок Adams Pro. В такой комплектации он поставляется нашим покупателям. Также к нему есть различное дополнительное оборудование и оснащение, которое позволяет расширить его функционал. То, что сейчас можно видеть на присланном нам видео, станок напоминает только отдаленно. Отвратительное качество обработки и сборки. Давайте попробуем разобраться, чем же отличается оригинальный станок Adams Pro от его подделки. Что сразу бросается в глаза, это основание станка. На присланном нам видео в качестве станины используется плохо обработанная алюминиевая пластина толщиной 5 мм, не более. Риски царапины, торчащие головки винтов. Станина оригинального станка имеет толщину металла не менее 8 мм, что обеспечивает ее жесткость. Само точило крепится к основанию винтами с обратной стороны, что эстетично и безопасно. Основание стоит на опорах, а на присланном нам видео мы видим, что никаких опор нет. Отдельного внимания заслуживают отверстия в основании. Они делаются не для красоты, все, что производится компанией, имеет свой смысл и функционал. Так вот, отверстия в основании оригинального станка имеют нарезанную резьбу для крепления в них приспособлений Adams Helper и Adams Hunter. Естественно, на присланном видео можно видеть, что отверстия в основании не несут никакого функционала и сделаны по принципу «чтобы было». Оригинальный станок Adams Pro имеет защитную наклейку из винила, на которую нанесен логотип компании. В отличие от оригинала, у контрафактного станка наклейка имеет посторонние надписи, имитирующие фирменный стиль Adams. Настоящий станок Adams также оснащен защитным шильдиком, выполненным из алюминия. На шильдике имеется логотип компании, а кроме того, реальные телефоны и юридический адрес. Эти два элемента помогут вам отличить оригинал от подделки в первую очередь. Ну и переходим к самому интересному – манипулятор. Для станков Adams манипуляторы – это не просто деталь декора или техническая фишка, делающая станки выделяющимися среди прочих. Это технологическое приспособление, призванное упростить работу мастера-заточника. Это приспособление, повышающее точность заточки, позволяющее обеспечить постоянный угол. Поэтому манипулятор – это то изделие, которое изготавливается в жестких технических и технологических рамках. Постоянство в работе обеспечивается жесткостью конструкции. Но вместе с тем, конструкция должна быть подвижной и работать без заеданий. Поэтому манипулятор является сложным техническим изделием, для изготовления которого требуется оборудование и квалификация исполнителя. Мы видим, что на копии станка манипулятор в буквальном смысле рассыпается. Все сочлененные детали болтаются и люфтят. Естественно, ни о какой точности и постоянстве угла здесь не может идти и речи, но не это самое главное. Обратите внимание на зажим для полотен. Он имеет два положения – для заточки и для полировки. Для выполнения этих операций его достаточно просто перевернуть. На контрафактном станке этого сделать невозможно, углы не выдерживаются, а при полировке полотно просто врезается в абразивный круг. Вывод – устройство полностью нефункционально и имеет исключительно декоративный характер. Итак, подведем итог. При покупке станка Adams обратите внимание на следующие моменты. Все наклейки и шильдики наклеены ровно, выполнены с высоким качеством полиграфии и содержат всю информацию о компании. Станина выполнена из пластины толщиной не менее 8 мм и имеет порошковую окраску. Само точило крепится к станине винтами на штатные отверстия. Дополнительные отверстия выполнены с резьбой и имеют определенное функциональное назначение, которое известно продавцу. Это крепление дополнительной оснастки. Манипулятор станка имеет жесткую конструкцию, но при этом он подвижен и абсолютно функционален. Детали манипулятора запрессованы с натягом и никак не могут разбираться, тем более разбираться от руки. Зажим обеспечивает постоянство углов заточки и полировки. Для проверки просто переверните и посмотрите, как это работает. Ну и напоследок небольшой тест. Включаем станок и ставим на него стакан с водой.
Отсутствие ряби на поверхности воды говорит о сбалансированности станка. И это неудивительно, ведь роторы точил перед сборкой подвергаются точной балансировке. С одной стороны, наличие контрафакта – это своего рода признание. Ведь никто не будет подделывать плохую продукцию, подделывают только лучшее. Мы хотим, чтобы наши покупатели, те люди, которые выбрали ADEMS и доверяют нашей компании, получали только положительные эмоции при работе с нашим оборудованием. Поэтому мы против контрафакта, хотим предупредить всех, что это обман. Наши станки можно приобрести у нас и у наших партнеров, полный список которых вы можете посмотреть в описании к этому видео. Будьте внимательны, не позволяйте себе обманывать. Всего хорошего!